Сегодня у нас последний заключительный этап беговых гонок. Мы находимся на Максимовой даче, и говорят, что маршрут будет новый, два круга по 5 километров, не знаю. Но мы уже видим, что на старте у нас сразу резкая крутая горка. Так что, ну, надеюсь, будет интересно. Будет, да. Все, смотрим, остаемся с нами. Километров. Бежим два круга, поэтому аккуратненько, чтобы никто не прокатился. Вот там, где на развилке. Бежим 5 километров. Я. Остальные 10. Могли побежать здесь, но нет. Сейчас тоже пойдем карабкаться вот сюда. Я очень люблю горки, где можно скользить с такой подушкой. Ну, сейчас побежим. Отдышались. Такой подъемчик опять, который вы видели сверху, вот он, добрались. У меня видео забег, я надеюсь, вам нравится. Какой-то странный, говорят, поворот дальше. Я надеюсь, я правильно бегу, что пока я делала привал на воду, куда-то все смылись. А люди побежали обратно. Ну, посмотрим. Я говорила, что на середине будет фраза, кажется, я заблудилась. Да? Ну вот, ленточку я вижу. Чуть туда не убежала. А вон люди, я вижу. Вот такие вот дорожки, где люди непонятно. А вон бегут кто-то куда-то. Непонятно куда, видимо, они туда убежали. Там у меня вопрос. Там вроде как обрыв. Или тут кто-то спустит. Ну, зашибись. Мы на такое не подписывались, я поняла, почему ребята развернулись. Я сейчас буду ехать на попе. Реально. С моим навыком спуска это самый лучший метод. Давай.
это картошка и каркаде. А вот и мы. Вот и закончилась наша беговая история, состоящая из 5 этапов. Сегодня был последний этап на Максимовой даче. Ой, трасса была действительно новая, действительно такая друзья, необычная, классная. Приглашаем вас на награждение. Сейчас нас уже приглашают на награждение. Поэтому, ребята, давайте присоединяйтесь. Ну, не обязательно к бегу, просто присоединяйтесь к здоровому образу жизни. Жизнь у нас одна, а здорового образа может быть много. Поэтому давайте. Всем пока, всем удачи и до новых встреч. Информация такая, что все, это был последний этап всех беговых гонок. Больше таких не будет. Любительская лига. Любительская лига закрыта. Хотя теперь, это уже не совсем любительская гонка. Теперь только профессионально, хотя это да, тут уже непонятно. Тут видели, да, какие тут ребята. Но мы все равно, мы показали свои результаты, что мы не лыком шиты тоже. Ну, там посмотрим, что будем делать. Бегать однозначно будем, даже сами, без всяких лиг. Все равно занимайтесь спортом, улыбайтесь, дышите глубже, будьте здоровы, живите богато. Всем пока, всем удачи. До новых встреч на канале.